Привет, мы на канале Мур-Мяу, и сегодня у нас в гостях улитки Ахатины. Все говорили, что мы неправильно их содержим, но я зашла в интернет, прочитала про улиток. И опа! У нас кладка маленькая, правда, такая. Да не сами еще малепусики, вот Ой. он. Она там под землей, эта Она кладка. везде, по всей. Еще и травка Ой! у нас зацвела. Видите, травка растет. Цветочек. Да, говорят, что улитки Ой, вообще-то здрасте. Эй, Глюш. кладут. Глюш Улитки маленький. откладывают кладку только когда им комфортно. Вот. В плохой среде они не будут раскладывать яйца. Да. Было. Вот. Наш Улитка, челдобречек. Улитка. Сколько прям негативных отзывов. Ну вот, друзья, бегают они у нас. Здрасте, маленькие, беленькие друзья. Да, ну яйца Интересно. я не ожидала. Я увидела сначала Интересно, росток. кто это Мне тоже интересно. Привет! Настя. Вот это наша любимица, наша самая Да. первая. А это наглёж какой-то. Да. Это У них нету, ребятишки. говорят, девочек и мальчиков. Вы как хотите, а нам улитки нравятся. Да, давай как-нибудь развернем. Боюсь, боюсь, боюсь. Вот они. Здрасте. Вот она какая красавица. Чего? Да. Я ничего не понимаю, что. Ты куда побежала? Или Просто побежал? посмотреть. Вот наш. Это спит? Какие они огромные стали вообще, капец. Смотри, убежит сейчас. Прям бег. У нее это, он так, такие они длинные. Вот я сейчас вниз смотрю, прям караул. Но мне, конечно, интересно стало вот это. Я увидела росток, вот этот росток. Думаю, дай-ка я загляну. Открываю, а там яйца. Вот все пишет, их много. Но это первая кладка, но я считаю, что они совсем еще малепусики. Малепусики. Мы не ожидали. Мы вообще собирались переезжать. И собирались улиточек наших продать. Куда? И как бы не ожидали, что они возьмут и так быстро принесут нам кладку. Мы думали, еще месяц-три можно быть спокойно. Балдеки не здоровые вообще. Ты куда уходишь? А это спит, ну морда у нее. Капец. Вот, друзья, сейчас будем выкладывать. Мы приготовили домик. Ну, в этом домике у нас, в маленьком, сначала жили вот эти улиточки, они были малепусики, и сначала, это первая кладка, мы читали, что первая кладка у нас, пустая. Да, пустая, ну, мы решили попробовать, вот, поэтому попробуем сейчас отсадить и посмотреть через недельку, что будет. Ну, вот, решили сделать им пир, они очень любят на салат, очень любят огурцы, ну, и немножко гамаруса, мы его давно уже не давали, они его прям взахлеб едят, вот, ну, и тут уже... Положили немножко салатика, огурчиков. Такая нюня, вкусняшка. Смотри, ню-ню. Вкусняха. Вот это наша любимица. Ня, я проснулась. Угу. Это так завернулось прям. Ням-ням-ням. Она видит гамарсы и идет к ним. Ага, они на запах. Уюхали! То хотели убежать. То хотели убежать. А то теперь назад бегут. Довольный. Тоже интересно, принес там нам яички. Мне кажется, вот это вот черненькое. Думаешь, черненькое? Угу. Потому что это спала. Так вот, наоборот, то яйца принес, он наибольше уставшим должен быть. А это больше активное, мне кажется, наше. Видишь, она какая-то еле-еле ползет. Просто, наверное, не кушает. А это скачет. Это всегда быстро скакала. Мы когда ее принесли, она всегда такая была шустрая. Ага. Прям какая-то. Чуть-чуть этого. Везде. Наглое. Угу. А это красиво. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Наглый тузик. Да, вот наш тузик. Тут сидит и ушами наглый. Шевелит. И глазами шевелит. Ага, огурчиком положили им. Надо им еще О, она мел уже положить. Поет что-то. Вот мы положили им салатика, огурчика. Она танцует. Посмотрите. Угу. Да я смотрю на кладку. Оказалось, на самом деле их больше, чем мы думали. Здесь у нас даже уже есть дырочки. Я же сказала, что там под землей. Да, потому что мы изначально здесь они маленькими жили.
И посмотрим. Да, мы знаем, что первая кладка, она пустая, но все равно очень-очень интересно. Очень интересно. Мы, правда, не ждали, что мы такое счастье у нас будет. Ну, а вы подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Напишите, у кого в первой кладке были улитята. Пока-пока.